Меня зовут Яна Танагашева, я представитель коренного малочисленного народа шорцы. Сегодня, 9 августа, в День коренных народов, мы хотим напомнить миру о людях, которые относятся к одному из самых незащищенных, уязвимых слоев населения. Это коренные народы. Вы знаете, коренные народы являются индикаторами состояния нашей планеты. И если плохо аборигену, значит, страдает и Мать-Земля. И те экологические преступления, происходящие на нашей Земле, в первую очередь влияют на коренные народы. Я проживала в Кемеровской области, это Кузбасс, где сегодня страшным, варварским способом ведется добыча каменного угля. На данный момент наша семья вынуждена скрываться от преследования со стороны российских властей и представителей угольных компаний. Ради безопасности наших детей мы вынуждены просить убежище в другой стране. Сегодня мы хотим заявить, что правительство Российской Федерации во главе с Путиным ведет целенаправленную политику уничтожения коренных народов Российской Федерации. Ведь наши земли, где тысячелетиями проживали наши предки, богаты полезными ископаемыми. И за счет разграбления земель аборигенов оплачиваются имперские амбиции Путина и его клики. Аннексия Крыма, война на Донбассе, война в Сирии. В прошлом месяце, в июле, мы совместно с антидискриминационным центром «Мемориал» и Институтом экологии и антропологии в действии мы подали параллельную информацию в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации о вопиющих нарушениях прав шорцев и о сожженной шорцкой деревне Казас, о других нарушениях прав других коренных народов. И я хочу сказать, что правительство Российской Федерации в своем официальном докладе в ООН просто врет и не краснеет. И мы надеемся, что комитет внимательно знакомится с нашей информацией и примет во внимание наш доклад. И в заключение я хочу сказать, коренные народы — это хранители земли. И не только сегодня мы хотим напомнить об уважении к нашим культурам, языкам и традициям. И я хочу сказать всем, кто сейчас смотрит и слушает это видео, благопожелания на моем родном шорском языке. Парчинчахши ползун, үргеннар, абыр казыкчаддар, баларды кёлін кел өстерар. Пусть все у вас будет хорошо. Радуйтесь, живите здоровыми, в благополучии. Детей растите в любви, а это самое главное.